Пять прикаспийских стран в рамках COP29 приняли декларацию в связи со снижением уровня Каспийского моря. Это историческое событие, которое произошло в павильоне Азербайджана. Баку удалось объединить пять стран, подписавших Тегеранскую конвенцию. Стороны договорились, что будут сотрудничать для преодоления давления, вызванного изменением климата. Кроме того, они совместно извлекут выгоду из богатств Каспийского моря. Необходимо понимать, что потепление вызовет уменьшение количества осадков в Каспийском море и постепенное снижение уровня воды. Ученые пяти стран должны объединиться и решить эти вопросы – ликвидацию последствий изменения климата.